Малазийские криминалисты начали эксгумацию тел, обнаруженных в 139 захоронениях нелегальных мигрантов на границе Малайзии и Таиланда. Могилы были найдены на территории 28 лагерей, где контрабандисты содержали беженцев из Мьянмы и Бангладеш. Речь идет главным образом о представителях, проживающих в Мьянме мусульманской народности рахинджа, которые, спасаясь от преследований, пытаются найти убежище в Малайзии. Точное число жертв контрабандистов пока неизвестно, говорит Джеффри Лабовиц, глава таиландской миссии Международной организации по миграции. Мы оказали помощь в Таиланде примерно 60 нелегалам, которые страдали от истощения. Мы также помогли сотне беженцев в Малайзии. Ну а где остальные мигранты? Не исключено, что сотни человек, когда высадились на берег, не могли передвигаться самостоятельно. Большая часть из них, скорее всего, сотни человек, похоронены в лесу между Таиландом и Малайзией. О масштабном гуманитарном кризисе в Юго-Восточной Азии стало известно после того, как в Таиланде 1 мая были обнаружены массовые захоронения нелегальных мигрантов. После этого власти Индонезии и Малайзии согласились предоставить временное убежище 7 тысячам нелегалов.